Какой тут сыр я съел просто. Помощник маме. Молодец. Помогай, помогай. Дима сам сыр трет. Теперь вот тут. Я дуже. Первый раз трешь, да? Получается. Да. Дима сильный. Ну, еще сильный. Мышцы есть вот тут. Смотри, да? Ох, какие. Ох, жесткий Дима прям с тренировки пришел, да, с брейкдэнсом. Да? Сильный стал. Потому что я долго занималась. Занимался. Не интересно прям. Такой. Опахиваться будешь? Опахиваться, да. Веером. Это как так? Я сейчас показал. Покажи. Дай мне веер. Мам спрашивает, как веером опасть. А, я его еще не купил, лишь продавец не дает. А вы маску-то одели? Я одели. А у нас, короче, это... Значит, это я, если не одели. Ну давай, сколько стоит веер буквенный? Плюс... Что там считаешь-то? Ну что там? Веер вроде один, а ты там цифры прибавляешь. Фикс прайс, он веера продает, наверное, там. Ноль и ноль. Ну потому что бьешь, знаешь, надо сброс. Вот. Сначала сброс вот так, а потом вот. Какая цифра там? 124 рубля, пап. 124. Ну давай я тебе 150 дам тогда. Вот за так открываю. Давай, Лена, а ты мне веер давай. Вот он показывает тебе как. Давай, давай, вот я сейчас. Вот веер. На улице жарко, поэтому я решил приобрести веер. Там где-нибудь в кино, в театре. А, только в кино. В электричке. В электричке. Так, раз, 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 раз. И что? Опахиваться, да? Слово-то какое, где ты его взял? Опахало, у нас слово опахало. Опахало? Да, на этом. И все, когда можно опахать. У дикарей какой-нибудь вот. Вождь племени сидит, вот. А рядом стоят его слуги. И его опахивают вот этими перьями. А я думал, что ты пойдешь на поле пахать. Пойду я ремонт делать. Мне нужна дрель. Она что-то не работает. Батарейки. Надо ты не меняешь, Тима? Да, там батарейка. Меняю, потом. Только сейчас закрутилась. Ну все, она там же садится. Да, последняя батарейка. Последняя батарейка. Последних сил она работала, да? Угу. Сколько она стоит? Ну ладно, давай батарейки потом куплю. Почем? Почем? Ну, давай, пробивай. Пикай. Сброс сначала нажимай. Ас. Да. А теперь бери этой. Пробивай дрель. Пикай. Дрель. Дрель, пикай. Вот дрель надо было в руку взять, чё ж ты весь кассовый аппарат тянешь к дрели-то. Если так будет в магазине, весь кассовый аппарат потащишь к продуктам. Снести так всё можно. Почём? Почём? Эх ты, кассир. Кассир должен. Тем временем у нас тут ёлочка. Почём? Знаешь, как пакет не нужен? Иголочки и иголочки. 43 рубля. Уже не сосыпался. Ничего, какой дешевый. А тут еще стоит. Ну давай, тебе 100, ты мне 50 сдачи. А ты мне 50 сдачи. А я тебе да. 50 сдачи, 50. Ну ты мне 1000 даешь, зачем? Ёжики. 50, где ты? Спецпрайс, кстати. Нет, 50, у тебя вот тут вот лежит. Еще где-то один ёжик был, кстати. Да вот же, вот 50. Ёлка осыпается. Осыпается, осыпается. А где еще один ёж? Или мы один убрали? Ёжа, вот он, где-то еще. Да, и у нас они, ёжики все попадали. Ну давай, что у тебя там? 43 рубля стоит, что у вас? Ну я это 40 дал, он мне 50 задачи дал. Ну я округляю, потому что где я возьму мелочи совсем маленькие. Что еще продашь? Давай кукурузину мне. Ну, нельзя. Соленая кукуруза. Нельзя ее. Вареная, а что можно? Нельзя. Ну что вы так скучно-то играете? Ну, давайте. Не знаю. Веселей, уже веселей. Все, все, можешь в который раз играть. Ее нельзя.